ладно, Илюта. Сейчас 3 года пройдет, и в Игнеров пойдешь. Да ну нахуй. Да что, пойдешь. Нахуй мне эти Вагнера, блядь. США пойду, США пойду. Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Мне Лиски показывала, как Вагнера, короче, голову отрезали мужику. Ну и как, ей понравилось? Лиски? Не знаю. Тебе понравилось? Ну, ебанутый тоже живешь, все нормально. А, ну, то есть, ну, наш человек, да? Да. Ты мне нашивочки привезешь? Украинские? Да. У меня есть парочка. В смысле, а где ошибки с убитых тел? Так они это и есть. Прям с убитых? Да. Блядь, Лиза, у нас будут нашивки с убитых тел. Еще там есть пара фамилий. И пара фамилий, ура! Если я их наебашу на кикле начинаешь. Где мои берцы с убитого тела? Ну, берец с убитого тела пока нету. Ищи. Где какой-нибудь китель, блядь? Да они, в принципе, есть. Ну, хохлядки китель. Ладно, разберемся. Илюша, я хочу китель и хохлядки, не устроили с тобой ролевые игры. Мне бы как бы сейчас просто с этой хуйни съебаться, а вот все остальное... Илюша, без кителя ты не можешь съебаться. Сучка. Как же ролевые игры? Ты можешь еще трусы снять с мертвого хохла, блядь.